Друзья мои, всем привет! Я продолжаю снимать свою серию фильмов о мощных палках. И в сегодняшнем видео я вам покажу, наверное, хит 2020 года. Данная палочка, конечно, не новинка, но для меня она именно новинка. То есть я с ней познакомился именно в 2020 году. Точнее, познакомился с ней в конце 2019 года. Итак, друзья мои, данный спиннинг – это спиннинг от компании Sportex серии Magnus Jigging длиной 2.10 с тестом до 50 лб. И в сегодняшнем видео я вам покажу, сравню их, покажу. Это 4 палочки данной серии, серии Magnus. Одна из них будет Magnus Boat, и 3 будет Magnus Jigging. Все эти 3 палочки подходят для моего вида троллинга, для водоемов, скажем, сильным течением, для мощных приманок, для ловли трофейного судака, сама щуки. И только одна из этих палочек будет подходить, скажем, для... Из этих 4 палочек будет подходить для водоемов, скажем, даже без течения. Себе я ее выбрал, себе ее оставил для рыбалки, скажем, на водохранилищах или, скажем, на реках с умеренным течением, или на той же самой Ахтубе или Волге, но там, где не сильное течение и где мы будем использовать, скажем, не такие сильно упористые приманки, скажем, приманки не крупные. Итак, друзья мои, давайте приступим. Первую палочку я бы хотел показать именно 50-илбовую длиной 2.10, полуторачастную. То есть данный спиннинг разбирается отдельно на ручку и на бланк. Некоторые подписчики у меня спрашивают про кольца. Значит, низкие, высокие, средние, там, какие используешь, под какие катушки. Все палочки, которые я показываю, в принципе, подходят как и под безранционные катушки, так и под мультовые катушки. Просто есть чуть-чуть пониже колечки, есть чуть-чуть повыше. Но данные палочки, они все предусматривают, скажем, установку мульта точно. Также, в принципе, можно на них и устанавливать безрационные катушки. Именно непосредственно данная палочка имеет средние кольца, которые универсальные. На данный спиннинг можно установить как мультипликатор, так и безрационную катушку. Кольца силовые на 2 ножках. Я, в принципе, все палочки для, скажем, трофейной рыбалки люблю использовать на силовых ножках. То есть на двойных ножках. Силовые колечки. Очень интересный дизайн на ручке. Вырезана надпись Magnus. Мелочь, друзья мои, но приятно. Катушка-держатель имеет контрагайку. Сам катушка-держатель вроде бы как металлический. Также спиннинг имеет как упор под пояс для ловли с поясом, так и упор для ловли без пояса. Причем упор довольно-таки широкий. С таким широким упором довольно-таки удобно вываживать рыбу. Если вы хотите оставить упор, я рекомендую все-таки, хотя он держится довольно-таки нормально, но все-таки подмотать сюда немножко изоленты или пластырь, и тогда он будет держаться понадежнее. Шалка будет потерять такой качественный упор. Ручка у серии Magnus сделана из эвы. Заливка колец довольно-таки качественная. Длина данного спиннинга 2.10, тест 50 лб. Как я и говорил ранее, серия Magnus Jigging. Колечки у данного спиннинга довольно-таки аккуратные и опрятные. Вся серия данных спиннингов имеет одинаковые колечки, одинаковую расстановку колец. У 50-илбового Магнуса колечки самые высокие. Ну, имеется в виду первое колечко.
у 20-илбового полуторачастника и у тревела 30-илбового колечки одинаковые. А у спиннинга Magnus Bolt кольца абсолютно другие. Как бы, друзья мои, я не любил котов и к ним хорошо не относился, не будем тянуть кота за яйца. Давайте посмотрим сейчас, значит, строй удилищ. И немного, может быть, что-то я не скажу. В принципе, вот эту вот всю фурнитурку, всю мелочь я вам уже постарался показать. Фурнитура данных спиннингов на высоте. Кто не совсем понимает, о чем речь, кто смотрит меня в первый раз, данные спиннинги это от немецкой компании Sportex с 10-летней гарантией на бланке. 10 лет гарантии на бланке. При поломке удилища вы можете обратиться к официалам и данную проблему решить. На фурнитуру 2 года гарантии. Итак, погнали ковырять стенку. Итак, друзья мои, данный спиннинг это с тестом 50 ЛБ полуторачастник длиной 2.10. Как вы видите, не такой уж он и грозный, не такой уж он и массивный. Кстати, по весу палочка очень легкая. Все характеристики, ребят, смотрите на сайте у официалов или у них спрашивайте. Я не запоминаю вес палок, мне это особо сильно не надо. Я беру палочку в руки и понимаю, о чем речь. Но палочка легкая. Я понимаю, допустим, вам сейчас хочется услышать цифры. Вот. Но врать я не буду, загоняться я не буду. Было бы на самом деле неплохо, если производитель бы писал бы вес палки где-то там, где пишут они обычно тест. Так вот, палка имеет превосходную чуйку, превосходнейшую чуйку, просто опупенную. Имеет хороший, наш, нужный, быстрый строй. Что еще? Палка легкая, реально очень легкая. Кто был на выставке, кто подходил, кто смог поближе ее, скажем, посмотреть, те реально поняли, о чем я говорю. То есть, почему я выбираю такого плана удилище. Итак, строй быстрый. Да, она вот даже не соплится никак. Она реально, ну реально можно назвать колышек. Я сейчас причем вот даже не плечом не упираясь, да, просто кистью. Палочка мне очень понравилась, и я очень надеюсь, что она станет хитом. Вообще хитом, наверное. Она уделает, наверное, многие палочки, которые были до этого у меня. Это не реклама, это реально... Точнее, это реклама. Это реклама офигенной палки. По поводу ручки. Ручка довольно-таки длинная. Как мы видим, строй просто превосходный. Больше не буду я ковырять стену данной палочкой. Единственное, колечки у данной палки, но, значит, высокие, скажем так. Ну, как высокие, средние. То есть, они подходят и под мульт, и подойдут под мясорубку. Для тех, кто ловит на мясорубке, друзья мои, данная палочка вообще просто зайдет. Ну, и строй удилища еще раз я вам вот покажу. Под халками она загнется где-то вот так. У данной палочки чуйка просто божественная. Дальше я вам хочу показать, я уже показывал, это Travel Magnus Jigging 2.10 с тестом 30 ЛБ. Я сейчас попытаюсь поставить, значит, камеру на штатив, чтобы вам было как-то видно вот на таком уровне. И попытаюсь две палочки одновременно показать. Но чтобы вы понимали, это 30-илбовый спиннинг Travel. Вот этот 30-илбовый. Тот спиннинг, на который ловил в том году. А это 50-илбовый полуторачастник. Он намного легче и намного, ну скажем, гибче. Пружинит, видите, как хорошо? Вот такие палки я очень люблю. Еще раз. Travel. Видите, как аж подпрыгивает.
Вот они, палочки. Вот они, мои палочки, на которые я ловлю. Моментальная подсечка. Без единого провала. То есть, поклевка, подсечка. Поклевка, подсечка. Поклевка, подсечка. Просто. Ну, обожаю такие палочки. Колечки у данной палочки уже пониже, как я вам показывал сейчас ранее. Они также, в принципе, подойдут под мясорубку, но больше мультовые уже. Приблизительно по жесткости они, возможно, как-то одинаковые. Одна, правда, 50-илбовая, другая 30-илбовая. Но все-таки 50-илбовая помягче. И что немаловажно, на самом деле 50-илбовая палка, она и помягче. Полуторачасная 50-илбовая палка, она помягче и полегче. Итак, друзья мои, еще раз. Magnus Travel 30 лб. Travel, друзья мои, это многочастный спиннинг из четырех частей. Им я ловил в том году, по-моему, осенью, когда там, летом. Можете посмотреть мои видео, ссылку дам под видео. Данный спиннинг уже был на воде. Очень мне понравился. Повторюсь, подсечка молниеносная. Для приманок халкообразных, бандитообразных и, скажем, каких-то крэнков 65-х, 75-х, 85-х дипшейкеров, дипвичеров, там это все подходит. Юзурики там всякие, Crystal Minnow в диповом исполнении, под танцоров, под раполовских, все это подходит. Эта палочка вот для меня в этом году новая. То, что я вот познакомился в конце 2019 года, это полуторачасный спиннинг до 50 лб, длиной 2,10. Я думаю, что это будет хит, хит сезона. Очень мне нравится. Палка очень упругая. С хорошей чуйкой и очень легкая. Следующая палочка, друзья мои, это как раз с тестом 20 лб. Длиной тоже 2,10. С низкими колечками. Итак, посмотрим. Вот видите, как она уже прогинается, да? Как данный спиннинг уже прогинается. Вот для любителей такого плана удилищ палочка будет просто божественная. Чуйка у нее превосходная, как у всей этой серии. Гарантия 10 лет на бланк. Чуйка просто бомба. Расстановка колец довольно-таки частая. Высота колец низкая. Себе данное удилище я оставлю как для ловли на некрупные приманки. Для водоема, скажем, АК. Для речки АК. Для камы. Попробую там ее... Какие-то водохранилища, дубна, рыбинка и тому подобное. Палка легкая, имеет офигенную чуйку. Ну, друзья мои, надеюсь, разница этих двух палочек была видна. Разница реально существенная. Друзья мои, сейчас я вам хочу показать последнюю палочку. Это Magnus Boat с низкими колечками. Тоже довольно-таки с частым расстановкой колец. Палочка легкая, имеет хорошую чуйку, и я думаю, что она найдет каких-то своих поклонников. Мне она понравилась, и, возможно, я на нее буду ловить. Палочка довольно-таки жесткая, длина 2,10, тест 30 лб, опять же, полуторачасник. То есть, литой бланк, полуторачасное удилище, это удилище, имеющее литой бланк, без всяких стыков. Стык единственный, это у ручки. Удилище довольно-таки жесткое. Мое удилище. Мой стиль. Чтобы разъяснить и понять, для чего, опять же, данная палочка. Это палочка для водоемов с сильным течением. Типа Волга, Ахтуба, может быть там Обь. Я не знаю, как бы ребята говорят, что на Оби такие же условия, да, ловли. Для крупных приманок халки, халкообразные 125-е, 150-е, какие-то упористые крэнки, бандиты, в принципе, тот же самый танцор, любые такие, такого рода приманки подойдут, мэнсы, бомберы, но я даже думаю, что такое удилище вполне себя хорошо зарекомендует и с крэнками 65-ми, 75-ми, 85-ми, да, будем пробовать ловить и на более мелкие приманки, скажем, какие-нибудь 50-е, но здесь, я думаю, уже будет на грани.
Вот. Опять же, палочка вот такого плана, такого строя, жесткая, чем хороша, еще раз, для тех, кто раньше фильмы не смотрел мои, жесткие палочки хороши для молниеносной подсечки. Жесткие палочки хороши тем, что они передают полностью контроль над приманкой. Хороша видно, очень хорошо видна поклевка. То есть они сильно не сгинаются, они в рабочем положении где-то вот в таком. И любая поклевка, любой тычок мы прям сразу видим и слышим в руку. Видим и слышим, это очень важно. Вот. Также мы можем анимировать приманки, то есть подыгрывать, да? Не будет никакого провала при подсечке. Жесткие палки, ну, мои любимые палки, я вот ловлю именно так. Для водоемов без течения данная палочка, может быть, и подойдет, но уже таскать надо будет какие-то, скажем, ну, скажем, уже от Халк, да, и выше, там, каких-то там Мэнсов, там, 30+, там, да, Самовьев, щучьих, каких-то таких вариантов. Ну, не знаю, как под рыбинку, я говорю, под водоемы типа Волга, Ахтуба данная палка – это тема. Вот как-то так, друзья мои. Итак, друзья мои, давайте подведем итоги. Все эти палочки подходят для Астраханской области. Все эти палочки, все четыре, подходят для Астраханской области. Единственная палочка, которая с 20-иловым тестом, полуторачасная Magnus Jigging, да, она подойдет, опять же, для Ахтуба, для любителей, тех, кто любит, когда палочки, ну, хорошо сгинаются. Если вам так нравится, ловите, ловите. И вот эта палочка именно для такого плана людей, для такого плана рыбаков. Или, опять же, допустим, для приманок некрупных, для мест, много таких мест, где не сильное течение, вот, на тех же самых косах, вот, можно половить некрупными приманками в поисках жереха, той же самой щуки, судака или того же самого сама на косах поискать. Палки довольно-таки мощные, палки морского класса, морские палочки. Вот, я думаю, что эти палки выдержат любого черта речного. Вот, причем гарантию на эти палочки Sportex дает 10 лет. Хочу напомнить, коли мы говорим уже о компании Sportex, компания Sportex, значит, предоставляет по моему промокоду, по промокоду DIVER10, писать надо большими английскими буквами и слитно DIVER10. Дополнительная скидка по данному промокоду 10%. То есть видите цену, уже ихнюю там какую-то там со скидкой, неважно, и оттуда смело можете вычитать 10%. Чтобы получить скидку, нужно при регистрации, при оформлении заказа в специальной колонке промокод указать мой промокод. Итак, значит, 20-илбовая палочка под водоемы подойдет без течения, я думаю, для рек типа таких средних, со средним течением типа АК, опять же, когда мы используем приманки не сильно крупные, вот, для Ахтубы подойдет, для определенных условий, скажем так, вот. Остальные все три палочки, подходят для водоемов типа Волга, Ахтуба, для водоемов с сильным течением, для использования крупных приманок, для поиска трофейного сома, щуки, судака. Все палочки имеют, значит, строй, сверхбыстрый, быстрый строй. Палки все с хорошей чуйкой. Палочки все легкие. Что еще можно такого хорошего сказать, что можно прорекламировать, чтобы люди побежали их покупать? Вот. Шучу я, ребята, шучу. Ловите хоть на крокодила, ловите хоть на черта с рогами. Я для себя еще раз скажу, я выбрал, значит, определенный стиль ловли, определенный типаж удилищ для себя выбрал. И причем не просто я к этому пришел, проснулся и буду так ловить. Нет, я к этому шел очень давно, постепенно, какими-то такими шагами, ступенями. Вот, через меня прошло очень много палок, в том числе не только, кстати, троллинговых. Я также с дуру учился самостоятельно и джигу. Конечно, я смотрел какие-то фильмы, смотрел еще чего-то, но рядом со мной не было учителя. Ну, не было.
То есть, а если был какой-то учитель, то он ловил на какие-то палки, как вот многие говорят, что да, можно ловить на крокодил, да, можно ловить там на катану, да, можно ловить еще на что-то. Вот такие были у меня учителя. Но по сути их даже не было, потому что джиг и троллинг я осваивал сам. Значит, 6 лет я рыбачу на спиннингом. 6 лет, друзья мои. Поэтому я не просто что-то фантазирую и беру с головы, а реально говорю про свой опыт. Да, к сожалению, многие скажут: Илья, ну а что же ты там в спорте в рыболовном нигде не участвуешь? Ну, на самом деле, я не сильно горю этим желанием, скажем так. Во-вторых, у меня нету плавсредства специального. Вот, потому что если бы я раньше бы увлекся этим спортом, наверное, бы я как раз бы застал бы. Возможно, бы какие-то ступени мои в спорте в рыболовном были отмечены. Я больше чем уверен. Нормально я ловлю рыбу. Вот. А сейчас, на сегодняшний момент, нужен хороший катер. Причем нужны хорошие двигатели к этому катеру. Да? Нужно оснащать этот катер, по последнему слову, техники. Можно, конечно, приехать и на ПВХ-лодке, и на какой-то деревянной лодке, и кого-то попытаться уделать. Возможно, и можно будет уделать. Это я не только про себя говорю. Много у нас в стране профессионалов, которые могут на самом деле дать еще фору, скажем, нашим спортсменам. Никого не хочу обидеть. Вот. Просто кто-то в свое время удачно попал в струю, удачно отметился и удачно пошел по жизни по рыболовной ветке. Вот. А есть реально много достойных ребят, достойных мужиков, да и девушек, женщин, которые ловят очень хорошо рыбу. И джигом, и троллингом, и неважно, и лайтом. Каждый вид рыбалки, на самом деле, если мы не дураки, мы должны оценивать грамотно и правильно. Тот же самый троллингу рознь. Да? Скажем так, что троллинговая ловля делится, как я говорю, на три части, три составляющие. Это морской троллинг. Второй вид – это, наверное, как раз речной троллинг, но как раз вот как я называю, стаканный или поджопный троллинг. То есть, когда люди вроде бы как ловят даже со спиннингом в руке, но не понимая, сколько поклевок они пропустили, сколько всего вообще они на самом деле не слышат, не видят, не понимают. Просто держа спиннинг в руке, я также раньше сам ловил. Вот. Это вот как раз стаканный троллинг. Или просто они держат один спинник в руке, типа для отмазки я держу в руке и ловят. Никого не хочу обидеть, друзья мои. Кто-то ловит так же, как я, кто-то ловит по-своему, кто-то ловит еще как-то. Но я пытаюсь просто объяснить, сколько те люди теряют именно ощущений, ну, считаю, теряют пойманные рыбы. И как люди ловят, не понимая, сам так ловил. Значит, держит в руке, второй спиннинг у меня за спиной. Мечта. Моя мечта на самом деле также ловить и также тестировать приманки. Но это не будет нечестный тест. Потому что если я возьму один спиннинг в руки и буду, значит, здесь ловить на, значит, как я ловлю, а второй спиннинг я поставлю, грубо, за спину или там даже рядом, неважно где, как бы я его ни разместил, будет просто тащиться за мной. То есть я буду просто тащить приманку, точнее. Вот. Я со спиннингом в руке любой приманкой. Ну, конечно, не любой, то есть, опять же, есть уловистые, есть неуловистые приманки. Но, по сути, так вот образно говоря, любой приманкой я обловлю. Да? Я обловлю свой же спиннинг, который будет находиться, скажем, с уловистой приманкой. Потому что, еще раз хочу сказать, что когда мы ловим судака, друзья мои, когда мы ловим судака. Потому что судак, допустим, те люди, которые ловят на самозасечку, они из 10 судаков, скажем, ловят 2-3. Понимаете? А я из этих 10 судаков ловлю 10. Или 9, или 8. Вот. То есть, как повезет, как я удачно подсек, что, как я удачно все сделал, как я правильно все сделал, насколько, допустим, все звезды сошлись. Да? Все составляющие сошлись в одно. Так вот, если это вы поймете, то я повторюсь, вы будете ловить по-разному. Так вот, второй вид троллинга – это как раз вот этот стаканный вид троллинга. Да? Когда у нас в стаканах они стоят, когда мы держим в руке, но по сути наша рука – это и есть стакан. Когда мы под жопу его кладем и тому подобное.
Вот. И третий вид троллинга, троллинговой ловли в один спиннинг, это как раз мой вид троллинга, который, по сути, ну, наверное, не изобрел я, а, может быть, первый об этом сказал. А, возможно, может быть, и вообще самый первый, кто это сделал. Вот. Я не могу это доказывать, потому что, может быть, тут ты раньше меня допетрил до этого и молчал просто об этом, тихим сапом ловил. Но я сказал об этом, наверное, первый. Так вот, третий вид троллинга – это, друзья мои, как раз со спиннингом в руке, когда мы ловим судака на поклевке, когда мы понимаем и осознаем каждый микротычок, каждое касание воблера. Мы полностью контролируем приманку. Многие говорят, что я вижу работу воблера, я контролирую приманку. Ребята, вы видите работу воблера по спиннингу, но вы не контролируете приманку, поверьте мне. То есть вы полностью не контролируете. Вы ее контролируете частично, скажем так. И если это понять, а не оспаривать, то, друзья мои, вы начнете ловить еще больше. Если вы сейчас ловите хорошо, то представьте, как вы будете ловить еще больше. Так вот, никого не заставляю, ничего не утверждаю. Вот. Так вот, это третий вид троллинга, который, я говорю, по сути, ну, докумекал. До него я. Вот. И пытаюсь это людям, кому интересно, донести свое секретное оружие. Так вот, для третьего вида троллинга, нужны именно вот такие звонкие, дорогие, недешевые. Они бывают, ну, средней цены палки, скажем, там, может быть, от 4, от 5 тысяч рублей. Но никак не за 1,5, не за 1600, не за 2000 рублей. Эти палочки, которые вот там многие тоже блогеры ловят, или многие троллингисты, это палочки как раз вот для ловли щуки они подойдут. То есть те палочки, которые не требуют какой-то спецчуйки, там какой-то сверхчуйки, какой-то сверхжесткости не требуют. Мы просто за собой тащим приманку, и что там клюнет, то и клюнет. То мы поймаем. Да, мы знаем место, мы знаем ловистую приманку. Мы где-то играем скоростью. Все, больше мы ничего не знаем. А именно поклевки, сами поклевки, люди о них почему-то не понимают. И многие думают, что на самом деле, что при троллинге подсекать не надо. При троллинге не нужно тех движений делать, которые я делаю, эти движения какие-то. Да, то есть это бред какой-то. Ну, для кого это бред, для того это бред. Так вот, ушел от дальней темы. Спорт меня как-то, в принципе, прошел мимо. Хотя, я говорю, 6 лет я со спиннингом, 6 лет, значит, ловлю, не троллингом, конечно, а со спиннингом, да. То есть хлебалочки, вертушечки там. Вот, моя блесна Лена была в свое время очень любимая. Атом, малая Уралка. Вот, много было поймано окуней, щук, жерехов, сомики, самы были пойманы. Вот. В 6 лет меня чуть в речку первый раз рыба не утащила, потому что в 6 лет я не знал, и в то время еще даже не знал мой батя, вот, что такое фрикцион и как его нужно регулировать. Фрикцион был наглухо затянут, считалось, что это гайка, которая должна затянуть спиннинг, вот, катушку, вот, чтобы ничего там не отвалилось. Ну, может быть, мы такие были дураки. Но это были далекие-далекие времена. Если мне сейчас 42 года, то посчитайте, когда это было. Вот. Так вот, с 6 лет я ловлю рыбу, постигал этому. Не просто грубо там кинул, заплакал, еще что-то. Папа меня заставлял бороды распутывать и вязать узлы. Я, наверное, свои узлы с 7 лет уже вяжу сам. Бороды распутываю также. Вот. Поначалу мне показали, объяснили как. А дальше парень, мучайся, не отвлекай нас. Я сидел. Пол рыбалки распутал, потом, блин, 2 раза забросил домой. Вот, так что как-то так. Поэтому, друзья мои, выбирайте качественное удилище, выбирайте правильное удилище, и будет вам удача, и будет вам хорошая рыбалка. А так можно ловить и на крокодил, и на какие-то бюджетные палочки. Вот. Но живем мы один раз. И поверьте, пройдя вот эти ступени, пройдя вот этот путь, я понял, что, блин, да, возможно,
Опять же, конечно, я понимаю тех людей, у кого нет возможности купить. Но я не поверю, что нет возможности накопить. Понимаете, не надо иметь вот столько палок, сколько у меня. У меня там часть палок дается на тест. Опять же, часть палок, друзья мои, часть палок все равно они мои, я покупаю за свои бабки. Реально за свои деньги. Не надо думать, что у меня все халява. Нет. У меня, наверное, 80% не халява. Это потрачена куча своих денег. Тем более в свое время я не так давно начал фильмы снимать, да, делиться каким-то опытом. А до этого все вообще было куплено на своей бабке. Пройдена колоссальная школа потраченных денег. Стоит ли на это выбрасывать? Не стоит. Я могу сказать, точно не стоит. Сейчас бы я никогда своему сыну, наверное, не купил спиннинг катана. И никогда не заставил бы им джиговать. Потому что, ну, парень бы ничего не понял. Никогда бы, допустим, не заставил бы его ловить там на какие-то другие палки, не будем озвучивать. А многие подписчики, утверждая, говорят, что, блин, зачем тратить деньги, можно джиговать и катаны. Друзья мои, ну вы не правы. Потому что, я говорю, повторюсь, я как в дискуссию какую-то вошел, и меня остановить очень тяжело. Качественный спиннинг, качественный джиговый спиннинг. То есть, вот я говорю, я считаю, что я сейчас где-то, наверное, на третьей ступени, на четвертой, может, ступени, да. Раньше тоже начинал, там, конечно, не с катаны. У меня была катана, это куплено в свое время для ловли щуки в Подмосковье. Там, да, там. Это вообще тоже бред потраченный, считаю. Просто бред. Я ни кайфа не получал, ничего. Но я им половил не так много и потом его, скажем так, подарил. Вот, джиговые палочки, да, я говорю, джиговые палочки, ступени, я говорю, тоже мне вот, если у Спортекса нравятся гидры, сейчас многие скажут, вот, Илья, все, подсел на гидру, зарекламился за гидрой. Нет, я подсел реально на гидру, но зарекламился, не зарекламился. Я также могу вам посоветовать какие-то другие палки, скажем, других производителей. И вы знаете, что я, допустим, опять же, вам рекомендую их по возможности, да. Можно взять ту же самую Кайду, конкюер, джиговую палку, на которую я ловил. И, друзья мои, да, ей ловить можно. Но переходя на следующую ступень, когда вы приобретаете другой уже спиннинг, не такого же плана, а уже классом выше, двумя классами выше, вы реально понимаете, что вы ловили на ту вещь, которую сейчас вы уже ловить на нее не будете. Вы ее дадите человеку-новичку, но сами никогда в жизни на нее ловить не будете, если у вас будет хороший спиннинг рядом. Так вот, даже тем людям, которым нет возможности сразу купить и потратить, скажем, вот 10 тысяч, сколько там, 11 тысяч, я не помню сейчас, сколько он точно стоит, 10 или 11 тысяч, да, с моим промокодом, вот, на данную трейлинговую палку. Опять же, трейлинговая палка, вы можете ее использовать при ловле, для ловли сама. Это универсальная палка, на которую можно ловить и сазана, да, с лодки. То есть забрасываем там кормушку свою, там, не знаю, что там, и ловим сазана. Не как на фидер, а именно мощная палка для ловли сазана на 10, на 15 килограмм, на 12 килограмм. Меня, кстати, умиляет вообще, когда люди ловят вот эту вот мелочевку. В Актобе и Волге очень много сазана крупного, но почему-то... А почему, я просто тоже могу объяснить, почему. Потому что даже снасти, те, которые у них стоят, если попадется 15-килограммовый, там 12-килограммовый сазан, он у них их поломает и порвет. И у них рвет, и в коряге их заводит. Они просто их не вытаскивают оттуда. Ну, вот. А для этого нужны вот такие палки. Ну, не именно прям вот эта профессиональная палка для ловли сазана, но их можно использовать, данный типаж удилищ можно использовать для ловли, бортовой ловли сама и сазана. Да? То есть вы, приобретая палку, приобретаете себе универсал. Тяжелый универсал. Но это не дубина. Это не как в свое время какой-то брал, там, не знаю, белый спиннинг вот с таким вот толщиной, с мизинец, концевой, значит, частью хлыста. Я думаю, зачем я его брал в свое время? Это в какие-то там, не знаю, там, начало 90-х. Где сама я его взял. Мне еще тогда говорили, ты можешь его использовать для троллинга. Я когда взял эту дубину в руки, я думаю, какой троллинг? Я попробовал потроллинговать, конечно, ради прикола. Там, но я это в свое время тоже плохо понимал, что от чего надо происходить.
У меня была палка для троллинга Catfish, если кто знает, от компании Apica Fish. Там вообще вата ватная. Я пытался ее использовать для сазана. Одна палка у меня была сломана в итоге сазаном. Хотя вроде бы Catfish, да, самой рыбалка. Палка такая вот прям вся сопля соплей. Но выдерживал определенные какие-то сазанов, но сломалась на сазане. Сломалась, не знаю, там на каком сазане, сломалась так, что у меня пришлось, ну, оборвало все и ушло. Но... Если ловить там 3-5-килограммовых сазанят, то любая палка выдержит. Вот. Так вот, ладно, опять же ухожу от темы. Данные палки — это универсал. И вот к чему. Можно накопить на данные палочки при желании. Друзья мои, пропустите сезон, поплавайте так же на свой крокодил. Вот. Если у вас, вы не хотите идти по ступеням, покупая сначала авачу, потом, я не знаю, там, какой-то, не знаю, там, что там еще можно взять, там, Dragon, там, Millennium SF, да, который стоит чуть уже подороже, там, в районе 5000 рублей. Но все это, поверьте мне, все это, вот мне сейчас глаза затмило, мне глаза затмили именно эти палки. Потому что они лучшие на сегодняшний момент. Я бы сказал, что вот у меня палка есть моя любимая такая, да, в которой я на выставке любился, и я ее добился, как говорится, она у меня. Это Yusei, да, который я показывал уже, Shimano Yusei серия. Кому интересно, тоже ссылочка будет под видео. Я вообще ссылки под видео рекомендованных палок тоже оставлю. Вот. Вы можете взять и эти палки, какие другие палки, какие вам будет удобно палки. Вот, хоть на крокодил свой ловить. Так вот, я говорю, даже Yusei, он... Она классная палка, офигенная палка, она легкая палка. Но она уступает Магнусу, серии Магнус, повторюсь, не любому Спортексу, а именно серии Магнус. Нептун мне не очень нравится. Нептун, он классные палки для тех людей, которые любят более гибкие палки. На Нептун, опять же, те палки, которые вяжут хорошо. Те палочки, которые, на которые можно, опять же, ловить и сазана. Наверное, и сама, там, если взять 50-лбовые. Но больше сазане, допустим, они просто хорошо вяжут. Вот, они более гибкие. Вот. Они подойдут для троллинга щуки. Это Нептуны, да? Они подойдут для также и щуки, и судака, и сама, но на водоемах, скажем, без течения. Они более гибкие, они более нежные. Ну, не то, что нежные. Нежные неправильно, они очень мощные. Они более гибкие. Они не такие злые, как Магнус. А серия Магнус – это серия злых палок. Вот кому нравятся злые палки, сверхбыстрые, скажем, какие-то, да, такие... Вот. Правильно слово, наверное, все-таки будет злые палки. Вот. Кошки такие. Так вот, серия Магнус — это моя серия. Это та серия, на которую я люблю ловить. Это тот же самый Dragon Millennium SF. Это злая палка. Это тот же самый Shimano, там какие-то там Best Master, AX Boy X, там, которые в свое время старые там были. Сейчас новые не знаю, рекомендовать Shimano скинки не буду, потому что я не знаю, там сейчас все поменялось. Они серии поменяли, и я за ними сейчас перестал наблюдать. Но я начинал с шимановской вот этой палки. Тоже ее можно посмотреть у меня в моих там старых видео троллинговых. Тот же самый Force Line. Да? Вот. Это все злые палки, это все палочки, которые многим кажутся... Force Line просто, я говорю, вот это та ступень моя первая, наверное, одна из первых, не первая, одна из первых, там вторая ступень, не знаю, какая там, третья ступень, был спиннинг с Force Line. Я на нее проловил, наверное, порядка 5-6 лет, не помню точно, врать не буду. Вот. Но ловил долго, и причем через меня вся серия Force Line прошла, вся линейка. Я специально себе покупал, чтобы вам советовать, рекомендовать, потому что у меня была первая, это до 300 грамм. И мне спрашивали, а вот до 180 грамм как? А я говорю, я не знаю, у меня такой не, ну, у меня не было. И мне там пришлось какой-то год купить, я купил по оптовой цене, купил всю себе линейку Force Line, купил себе всю линейку с разным тестом, с разной длиной. И мне она реально очень нравится. И я не продал ее. У меня в коллекции они все равно остались. Но если сравнить Force Line и Magnus, если сравнить Magnus, да, Magnus дороже. Но Magnus легче раза в два, наверное. Ну, наверное.
Вот. Реально легче. И имея чуйку раза в три лучше. Вот как вам, допустим, сравнить? Я всегда говорю, что у Форслайна чуйка хорошая. Так вот, здесь чуйка тогда просто бомбическая. Просто бомбическая чуйка. И палки на самом деле, мне кажется, даже может быть и злее Форслайна. Но они злее, тоньше, легче, да? И имеют чуйку в разы лучше. Поэтому, друзья мои, нельзя, опять же, выбирать палочку по совету неграмотному. То есть, если вам посоветуют, скажут, допустим, там, вот палка, допустим, там, 50 лб, или я там советовал палки с 50 лб на Ахтубу, палки с 50 лб тестом могут быть разные. Они могут быть дрыны, которые лучше бы и в руки не брать. Они могут быть изящные. Которые, да, вот я вам показал же, 50-илбовая палочка Магнус, да, 50 лб, вот она палочка, 50 лб, так она нежная, у ней кончик спиннинга, да, но это же как у Heavy Jig, конечно, не как у Heavy Jig, но чуть-чуть потолще. У каждого производителя, даже порой у каждой серии, тест удилища почему-то разный. Ну, наверное, там как-то тестируют их по-своему, там, наверное, что-то как-то это. Но по тесту убирать нельзя. Вот, поэтому нужно, вот как я вам пытаюсь стенку ковыряя показывать, вот так вы в магазине должны палочки выбирать. Ваша палочка должна, вы должны понимать своей головой, допустим, ваш воблер Миноу там согнет эту палочку, приведет в рабочее положение ваш хлыст удилища. Или не приведет. Если он не приведет, если палка не встала в рабочее положение, то есть не нагрузилась, она не должна сильно нагрузиться. Кто-то так любит ловить, но я так не люблю ловить. Для меня палочка нагрузилась, я сейчас попытаюсь вставить вставочку, она вот так нагружается. То есть нагружается не сильно. Вот вы должны понять, ваш воблер нагрузит данное удилище. Вы будете видеть игру воблера? Посмотрите чуйку, вы будете данной палочкой чувствовать? Чуйку проверяется или вот постукивая, или вводя кончиком по шершавой поверхности. Вот я сейчас вожу по своим обоям, да? И я, все мне передает в руку. Это палка с тестом 50 лб. Понимаете? А некоторыми поводишь вот так, и что ты вводишь? Ты просто слышишь, что он там шуршит, а в руку ты ничего, она тебе не передает. Может, вот многие как бы чуйку убирают там слыша, по слуховым каким-то ориентирам. Нет, она вам должна в руку передавать. Если вы в руку ничего не слышите, а слышите им просто звук какой-то, что он там гремит. Грохот палки это не значит, что она с хорошей чуйкой. Она должна вам передать в руку все это дело. В ручку удилища. Ручку удилища должна передать вам. Так вот, друзья мои, давайте подведем все-таки итог и ставим точку. Качественные удилища, они дают вам возможность ловить интереснее рыбу, качественнее рыбу, больше рыбу ловить. Да, наверное, самое главное, интереснее ловить. Когда вы понимаете, осознаете все это дело, когда вы ловите с настроением, что у вас в руке инструмент, а не какой-то дрынь.